За организацию незаконного игрового бизнеса на скамью подсудимых мурманскими полицейскими задержан организатор двух подпольных клубов, в которых принимали денежные ставки. Сотрудники правоохранительных органов установили, что в нежилых помещениях на улице Калинина и проспекте Героев Североморцев осуществлялось проведение азартных игр посредством игровых автоматов. Нелегальная деятельность клубов носила конспиративный характер, что, впрочем, не помешало полицейским собрать все необходимые доказательства. Были установлены несколько причастных человек. Мужчине, организовавшему деятельность незаконных игровых клубов, грозит уголовное наказание в виде штрафа до 500 тысяч рублей или лишения свободы на срок до 2 лет. Подозрением в совершении организации проведения азартных игр задержан уроженец Краснодарского края, не имеющий регистрации на территории города Мурманска и Мурманской области. В настоящее время данному лицу предъявлено обвинение в совершении преступления 1 сентября в отношении обвиняемого избрана меры пресечения в виде заключения под стражу. Обвиняемый содержится в условиях СИЗО.